Спасибо. Здрасте. С прошедшим праздником. И мужчин, и женщин. Дабы не уподобляться сейчас предыдущим товарищам, я начну со стишки. Тут время от времени исходят разного рода откровения, и вдруг понимаешь, что ты можешь писать как бы шотландские стихи, когда вторая и четвертая строчка повторяются на протяжении всего там, длинного сочинения или всей длинной песни. Ну, я до мелодии еще дело не дошло, но вот это такое как раз вот стихотворение, ну так, про любовь. Петров когда-то любил жену, пой, ласточка, пой, свою любил и еще одну, такое бывает порой. И жены тоже любили его, пой, ласточка, пой, только его и еще одного, такое бывает порой. Он к ним спешил на закате дня, пой, ласточка, пой, и все просил, пожалей меня, такое бывает порой. Одна жалела его всю ночь, пой, ласточка, пой, хоть ей через час уже было не вмочь, такое бывает порой. Другая в этот самый момент, пой, ласточка, пой, жалела другого, хоть был он мент, ну, такое бывает порой. А третья, о ней я еще не пел, пой, ласточка, пой, любила того, кто ее терпел, такое бывает порой. Но этот, который терпел свою, пой, ласточка, пой, любил другую, пока ничью, такое бывает порой. А та любила ходить в кино, пой, ласточка, пой, чтоб там под музыку пить вино, такое бывает порой. И автор фильма тоже любил, пой, ласточка, пой, его избранник был полный дебил, такое бывает порой. Дебил работал в одном кафе, пой, ласточка, пой, Петров заходил туда под шофе, пой, такое бывает порой. И видя томный взгляд, как во сне, пой, ласточка, пой, Петров торопился к своей жене. Такое бывает порой. Круг замыкается вновь и вновь. Пой, ласточка, пой. Этим миром правит любовь. Такое бывает порой. Так. Я тут...